Мы набрали вулканической лечебной грязи. Вот баночку. Сейчас пойдем мазаться к морю. Это вулканическая грязь, очень полезная для от боли в суставах. При артрозе, артрите. Ну, поближе к морю намажемся, чтобы быстренько 15 минут, и надо все смыть. Больше 15 минут грязь нельзя держать, а то плохо может стать. Так что надо рядом с морем мазаться, чтобы если поплохеет, сразу нырнуть и все посмывать. Да, Славочка? Точно. Ну все, пошли к морю. А засними, как блестит соль здесь, возле вулканических этих самых. Вулканических ям вот этих. И птички вон там целая стая сидит.